Конкурс «Дети читают стихи» выступает Кузнецова Карина, Тетюрская татарская средняя общеобразовательная школа. Ветер войны, как было много тех героев, чьи неизвестные имена навеки не взяла с собою свой край невидимый война. Они сражались без завета, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя, через десяток мирных лет –